Это Валентина, Палм-Бич, Флорида. Я сегодня хочу сделать маленькое видео для моего брата. Мой брат Александр, который живет очень далеко, здесь даже не в России сейчас, а в Казахстане. Я хочу тебе сказать, что я тебя очень-очень люблю и поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе счастья, здоровья, долгих лет жизни и счастья в твоей семье с твоими детьми. У тебя 4 детей, у тебя красивая жена, у тебя прекрасные соседи. И, конечно же, у тебя есть я, Валентина, которая живет здесь, в Палм-Бич. Ты в тот раз приезжал, к сожалению, это было очень недолго, так что я тебя приглашаю снова, приезжай. Я хочу, чтобы ты приехал в этот раз, может быть, со своей женой, может, даже со своими детьми. Это будет замечательно, потому что мы все очень скучаем, и я, и мой сын Дима, и мой сын Ваня, а у нас еще семейство прибавилось. У нас сейчас есть Happy Snappy Pitbull, у нас есть Maxi Cat и Лиса, маленькая Лиса, рыжая кошечка. Так что мы тебя все любим и целуем. Всего хорошего, это Валентина.